Ребята, всем привет! С вами я, София, и вы на моем канале София Лэнд. Сегодня у нас 30 декабря, а значит, что уже завтра будет новогодний день. И уже послезавтра наступит Новый год. Можно сказать, уже завтра будет уже такой вот Новый год. А Джессика у нас в новом наряде, уже что-то украла. Я не буду дарить, я просто примерить, точнее буду дарить завтра в новогоднюю ночь. Сейчас покажу, что я еще для них купила. Маршал ушел сейчас с бабушки. Смотрите, какой милашный наряд. Он очень крутой, с юбочкой. И вот подарки, которые приготовила маме и бабушке. А для мамы сейчас покажу. Я тут надухала их духами, чтобы они вкусно пахли. Да, Джесси? Так, начнем. Ай, Джесси, Так, начнем, пожалуй, с этого боксика. А, тут у нас масочки, я много масочек накупила. Эти масочки мама должна возле елки найти будет. Это очень прикольно. А, Хани, маска суфле мед. Также кокосик. Маска желе, кокос. И маска желе, алоэ вера. Вот эти три маски должна мама найти будет. Открываем саму коробочку. Так, почти. Оп-оп-оп, одной рукой. Потому что другой у меня снимаю я. Так, тут у нас вот так. Тут будет послание. Найди маски и открой этот бокс. Так, тут у нас... Я очень вкусно подухала его внутри, надушила его. Тут у нас маска скра, маска сахар, огурчик, маска бабл, маска бабл брокколи и маска авокадо. Дальше тут очень прикольный вот такой вот пряничек. Я тоже себе купила вот такой вот. Не буду доставать, просто вот, вам вот тут покажу. Бальзам для губ с ароматом печенья. Дальше вот розовую. Две вот такие маски. Там шпиц нарисован, шампунь, крем для рук. И, а также еще очень прикольную маску. Вот если тут уже крем. Вот эти краски точнее грызет. И дальше вот такой вот прикольный, только розовый, с клубникой, а себе я взяла с алоэ. Тут очень прикольное в виде меда, я давно такое искала. А также тут не нарисовано, а тут палочку для меда, как вот для меда кладут. Очень прикольно. Ну и также шампунь. Опять здесь краски эти. Оп, утащила. Закрываем этот боксик. Я еще послание не написала, но такой подарок получился. А также скоро выйдут два влога, точнее три влога. Один я уже смонтировала, он, наверное, после Нового года выйдет. Распаковка, посылка от подписчиков, вторая часть. Выйдет он, наверное, 1 января. А также скоро буду монтировать и выйдут влоги. Покупаю дом. Мы купили дом в Переславле-Залесском. И скоро мы поедем туда 2 января. И этот влог, наверное, продлю, может, до 2 января. Хотя вряд ли. Хотя просто это будет такой вот... Сегодня этот влог будет называться «Собираю все для нового дома», «Готовка подарков». Ну, короче, как-то придумаю название под него. А два влога, как мы выбираем всю мебель для дома и как мы купили сам дом. А потом уже будет другое видео, как мы уезжаем, переезжаем. И вот эти собачки тоже с нами поедут. Джесси и Маршал. Как вы можете заметить, я с новыми ногтями на Новый год. А сейчас мы будем собирать все для дома рыльно-мыльное. Этот подарок я, наверное, уже не буду показывать. Ну, там тоже масочка, очень прикольные планеры, а это такие вот у меня духи, очень прикольные, тоже попала в улыбки радуги. Также вот такие. Ну, уже не там, мне подарили. Сейчас покажу подарки для собак. Вот в этом пакетике все находится. Давайте начнем вот костюм. Дальше для Джессики купила вот такую вот прикольную игрушечку. Также... Сосиски,
премиум класса хотела крысу, но решила вот такие сосиски. Также вкусняшки и мячик. Вот такой вот у нас такой есть, фиолетовый. Мы такой в речку у нас упал. Вот такой же, в точь-точь желтый. Я не могла найти, но наконец-то нашла. А здесь я опять схватила краски. А еще купила для них корм. У нас просто закончился, можно сказать, нам перед новогодний тоже подарок. Наш любимый корм Grand Dorf. А сейчас, как по названию влога, давайте собирать все рельно-мыльное, что мы повезем домой. У меня вот тут очень много вещей для дома собрано. Я тут очень много всего для собак накупила. А также пришел очень прикольный ошейник. А сейчас и там в бабушкиной комнате тоже много всего. А сейчас давайте складывать все рельно-мыльное, что-то возьмем. Начнем вот с этого геля для душа, Dolce Milk. Я его, наверное, повезу. Немного осталось и страчу там. Также, наверное, вот эту мицеллярную воду, я ее ни разу еще не пользовалась. Вот она полная. Мне подарили ее на день рождения. Ее тоже повезу с собой. Также мне мои подписчицы подарили подарки. Ой, а где они? Вот они. Это мне недавно подписчица прислала. Спасибо ей огромное, если она смотрит этот влог. И также вот эта подписчица. Моя любимая маска фирмы. Очень люблю такие масочки. И также украшения. Эти влоги, вот про первую часть вы можете посмотреть. Ссылочка в описании на влог. А этот еще влог не вышел. У меня есть мицеллярная вода Dolce Milk, но я ее оставлю тут. Наверное, крем для рук повезу. Наверное, этот оставлю тут. А у меня есть еще с ванилью. С ванилью и повезу. Крем для ног повезу с собой. Давайте возьмем какие-то бальзамчики. Возьму вот этот. Масло для губ, это с яблоком, а мне подруга на день рождения мини-подарок подарила с виноградом. С виноградом оставлю тут, а с яблоком, наверное, заберу. Также давайте возьмем какие-то помадки, две, у меня тут четыре. Давайте возьмем, наверное, зелененькую и оранжевенькую. Хочу сейчас немного накраситься. Вот этим неоновым штампиком и подводкой для глаз от 7 Days. Я не умею вообще краситься, поэтому не сидите строго. Ну, как-то так. А вообще речь я по приколу накрасилась, так я нормально умею краситься. Но давайте продолжать собирать что-то. Возьму-ка вот эту помадку. Это мамина маска, йогурт, но, наверное, я ее возьму с собой все-таки. Сейчас приехала мама с работы, и маме с работы подарили, мне точнее передали, вот такую вот прикольную кружку, я как раз ее хочу в дом забрать, и вот такие вот два шарика. Тоже в дом заберу. Кружка очень прикольная, с такими вот узорами. А хочу сейчас приклеить вот эту вот масочку. Вот эти две масочки мама будет искать по около елки, я уже говорила. А на скотч, если вы видите скотч, я хочу приклеить на мамину вот сюда, на дно коробки, вот эту вот масочку. И напишу, типа, стрелочки вниз. А что там? Типа того, вот такую вот масочку Хани. Так, давайте приклеим. Оп, слишком мало взяла. Так, надо немного потолще взять слой. Вот. Вот так. И приклеиваем на дно коробки. Вот, отлично, очень прикольно. А Джесси тут помогает мне, она уже
Не в костюмчике. Вот так вот получилось. Вот эти две масочки спрячу около елки. Наверное, под в носочек, в шапочку и под лежак Джессики. Очень забавно получилось. А пока эти масочки я уберу в подарок маме. Чтоб не потерять ничего там. А как ароматно пахнет он. Очень круто. Так, немного подкорректирую, а то помял. Немного вот так. И сверху укладем эти масочки. Вот, посыпаем безделушками. И еще сверху положу. Вот. Потом я уже вечером, наверное, приду и уже все буду писать. А это я себе. Это, наверное, тоже в дом заберу. И масочку. У меня есть еще с клубничкой, авокадо, также огурчик, а брокколи нет. Вот теперь брокколи есть. И хани, и кокосик тоже нет. Вот. Ну и бабушке что-то напишут, конечно же. А мои подарки, я тоже их открою, наверное. Ну, конечно, я открою в новогоднюю ночь. Но эти подарки вы смотрите, сможете посмотреть у меня в ВК. Подписывайтесь на мой ВК, ссылочка будет в описании. Там все подарки, я покажу вам, что мне подарили. А это несем к моему, что я везу в дом. Мы сейчас приехали домой, и я доделываю подарок. Уже нарисовала открытку, и хочу по бокам приклеить маску для лица и упаковать все в фольгу или подарочную упаковку. Сначала фольгу, потом подарочную упаковку. Сейчас покажу немного, когда приклеим маски, как это будет выглядеть прикольно. По бокам у меня масочки. И на дне, когда мы приклеивались с вами, тоже есть масочка. Вот эти три масочки я спрячу. И она, мама, будет моя искать возле елки их, а также деньги. Сейчас покажу, как я уже не смогу показать, но там очень много соток засыпанных возле крышки, очень много фольги и бумажных конфетти. Также очень много подарков, очень много всего прикольного. Ой, я забыла положить открытку сверху, поэтому сейчас либо вот так прикреплю, но, скорее всего, положу, чтобы она не испортилась. Вот так вот все оформлено и очень прикольно. Я сняла крышку, вот так это все выглядит. Не буду пока что трогать, давайте просто положим открыточку. Не знаю, как ее положить. Наверное, все-таки как-то сверху. Ну, вот так это все выглядит. Поэтому закрою, сейчас как-нибудь придумаю, как это все положить. А сюда, наверное, прикреплю либо тоже масочку, либо какой-то еще подарок. Скорее всего, какую-то масочку. Я нашла вот такую вот масочку, поэтому давайте ее сейчас прикрепим на дно крышки. Приклеила на нее скотч, если вам видно. Ну, должно быть видно, вот он. И сейчас идем приклеивать на дно крышки. Вот так это выглядит. Закрываем крышечку. И подарок для мамы готов. Практически. Я придумала, я это письмо вот так вот закреплю. И вот так получилось. Шикарный подарок. Мне кажется, для девочки он бы шикарно подошел. Но мама всем рада. Это, кстати, лучший подарок, который я дарила за всю жизнь Нового года. И немного завернем в фольгу. У меня есть, конечно, обертка бумажная, но не хочу его тратить. В обычную фольгу всегда заворачиваю все. Берите например. Итак, мамин подарок готов. А теперь смотрите, куда я все спрятала. Главное посмотреть это видео. Самую большую купюру 5000-ую спрятала в этот шарик. Дальше масочку сюда. Купюру сюда. Дальше купюру сюда. И купюру вот сюда. Купюру сюда и купюру сюда.
А также масочку сюда. Из кокоса, кстати, она сделана, вот эта вот тарелочка. И последняя вот сюда, сливается с елочкой. Оцениваем мамин подарок. А оценить вы можете его у меня в ВК. Подписывайтесь на него, ссылочка в описании. А теперь пошли доготавливать бабушкин подарок. Вот так интересно он выглядит. Слышь, открой меня. И там задание. Надо поцеловать на специальный листик свой отпечаток губ. Сюда я тоже напишу письмо. И тоже будет готовым. А вот такое письмо я сделаю. Ну, что-то еще, конечно, красивое что-то сделаю. Давайте посмотрим, как получилось. И вот так получилось оформить. Чтобы оно не открывалось, я его склеила немного скотчем. Кладем письмо. А сюда прикреплю денежку. Готово! Вот такой вот подарок получился. Осталось только завязать. Поэтому получается подарок. Теперь он точно готов. Относим. А также мы с мамой приготовили еще вот такой подарок. Тут двое пар тапок, потому что Джесси их съела, и мармелад. Сейчас, интересно, кое-что упакую. Он без сахара, с сухофруктами. Вот кусочки, я его сама хочу попробовать. Но это на подарок, поэтому упаковываем. Готово. Я уже упаковала. Похоже на iPhone. Так вот получилось. Осталось упаковать вот это. И еще вот это. Они так похожи на тапочки. Очень прикольно. Но они и есть тапочки. А фольга закончилась. А его мы уберем уже сюда. Готово. Опа. И давайте уже дособираем уже рыльно-мыльное и все сложим. И я буду приступать монтировать еще два влога, которые уже выйдут в следующем 2023 году. Так, тут уже сложила я, говорила, масочку, мицеллярную воду. О, а что с ней? Я не пользовалась ей, кстати. Ну, не знаю, осела, наверное. Бальзамчик, масочка. Вот этот вообще, я так хочу его попробовать, и вот с этим. И понюхать аромат печеньки. Бальзамчики, и давайте что-то еще рыльно-мыльное сложим. А, точно, еще гель был. Гель дынный Dolce Milk. А вот и крем. У меня два кремика. Лесные ягоды и ваниль. Возьму ваниль, так как его мало, а этот я сюда положу. Берем ваниль. Также для собак тоже надо что-то взять. Возьму им шампунь, а этот оставлю тут. Кондиционер не знаю, брать или нет. Точно возьму вот такой вот крутяцкий термос, который измеряет температуру воды внутри, напитка внутри. Я тут откопала вот такое вот зеркальце. Всем привет. Наверное, его возьму туда. По-моему, я его даже не помню, где я его покупала. Нашла тут. В пыли валялась. Придется взять туда. Ой, я тут нашла антисептик Dolce Milk. Возьму-ка его тоже сюда. Туда. Выглядит очень эстетично. Особенно хочу вот эти распаковать, но распакую их уже дома. И возьму-ка вот эту вот бомбочку для ванны. Опа. А, это соль для ванны из Японии. А хотя у меня там у нас душевая комбина, соли в ванной не будет, поэтому смысл ее брать. А тут у нас есть ванна, поэтому оставлю тут. Туда тогда возьмем шампунь. Даже у моих собак есть зубная паста с зубной щеткой. А также надо определиться, какие игрушки мы возьмем. Давайте с вами. Так. Ну, возьмем туда тогда пряничный человек, но они не играют, поэтому не буду. Возьмем вот такой вот мячик. Ой, это косточка. Вот такой вот мячик. И поищу что-то у нас по всему ковру разбросаны игрушки. Даже тут ванна есть. По коридорам разбросаны. Много где всего. Купила даже, я уже показывала вам, много игрушек.
Поэтому что-то, может, отсюда даже увезу. И увезу тогда, наверное, такой вот бальзам для губ купила позавчера. Он будет на даче, а себе куплю такой же, только с каким-то другим персонажем. Давайте все это сложим в ящик. У нас уже следующий день, 31 декабря, и этот влог, кстати, выйдет 31 декабря, предновогодний такой. Остальные уже в следующем, 2023 году. Я собрала, кстати, боксики. Тут я не дособирала еще. А вот тут уже собрала. Вот так вот. Следующий влог, который выйдет уже в январе, это про наш дом, когда мы поедем уже переезжать, относить все вещи, он выйдет уже в январе, поэтому не пропускайте, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк под это видео, и всем пока!